Всем салам, с вами Pro2Star. И сегодня я вам покажу самые лучшие, по моему мнению, скины в Modern Ops. Если что, ребят, простите за посторонний звук, просто у меня соседи шумят, вот. А вы не забудьте поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропускать больше хорошего контента. Вот, набираем на этом видео 5 лайков и выходит сразу же продолжение. Ну а мы поехали. Давайте, наверное, ребят, мы не все будем скины разбирать. Наверное, ролик продлится на 2 или на 3 части. Давайте разберем сначала нож. Типа скины на нож, мое мнение. Вот. Вот такой вот скин. Градительная пыль, вроде бы, так называется, простите. Вот, просто название стрёмное какое-то и странное, вот. Нож прикольный, красивый. Ничего сказать больше не могу. Ну и самый мой любимый из всех скинов по обычному ножу — это фиолетовый туман. Я не знаю, всегда хотел такой скин выбить, ну, у меня пока его нет, типа. Вот, хотя я долго играю. Вот. Ну и все, как бы. А мы переходим к следующему ножу. Но следующий наш нож — это бабочка. У бабочки, в принципе, такой же скины, как и у ножа. О, только смотрится на бабочке намного лучше, вот как раз фиолетовый туман. И самый любимый из всех скинов — это вот этот хищник. Это просто прикольно, тигровая раскраска, да и просто прикольный скин. Но мы переходим к следующему. Скины на мою любимую эмочку. Почему любимую? Потому что я люблю. Моя любимая пушка — это эмка. Это такая для вас инфа. Вот. У меня пока что только один скин у эмки. Вот, я... Мои самые любимые — это вот этого скин, потому что, во-первых, он подходит даже к моей глушилке, да и сам скин очень красивый. Я очень хочу выбить, но у меня он не получается что-то. Вот на дракон называется скин, но так все остальные какие-то не очень. Но мы переходим к следующей пушке. И следующая наша пушка — это пистолеты. Мне больше всего на пистолетах нравится вот этот скин, вот, потому что он очень красивый, как по мне. Вот, ну и вот этот белый. Типа, ну, белое такое более-менее. Ну и как бы вот. А мы переходим к следующему. Ну, а следующие наши скины — это скины на дробовик. На дробовике мои любимые скины — этот вот этот. Потому что, как по мне, вот этот скин очень прикольный. И, конечно же, вот этот. У меня такой скин есть даже на моем автомате МК-47. Называется, конечно, этот скин Тигр. Вот. Но мы переходим к следующей пушке. И следующий наш скин и пушка — это снайперская винтовка. Мой самый тут любимый скин, который даже у меня есть, так и на бабочке, это Норд. Потому что, не знаю, мне этот скин очень как-то зашел на этой пушке. Но все остальные как-то не сильно заходят. Хотя вот эта вот пушка более-менее. Вот, но мы переходим к следующей пушке. Ну а следующая наша пушка — это автомат АК-47. Мои любимые тут скины — это золотой, потому что, не знаю, во-первых, он подходит к Габриэлку, моему вот этому пицце, и ко всему остальному. Он прикольный скин, вот, и выглядит дорого-богато, как говорится. Вот, золотой называется этот скин. И вот еще один Норд, тоже на автомат, он тоже более-менее мне нравится. Но мы переходим к следующему скину. Ну и еще, наверное, последняя пушка на сегодня или нет. Как он называется? Стэм, что-то там. Ну, простите, ребят, просто плоховато разбираюсь в пушках. Вот, эту пушку я купил. Типа, в основном я покупаю пушки, если мне надо выполнить какое-то задание, получить за это что-то. Ну, так мне на эту пушку выпал и брелок, и приличный скин. Я пришлось его купить, я ее обновил до 2 звезды, и, в принципе, нормально. Вот, любимые скины — это, конечно, вот этот аниме. Потому что, по-моему, это прикольный скин. Вот, ну и все, типа, остальные какие-то тут скучноватые. Вот этот вообще, по-моему, самый ужасный. Ну, вот ультрафиолет более-менее. Ну, мы переходим к следующему. Ну и следующие наши скины — это скины на пулемет. Еще, ребят, тут будут в основном пушки, те, которые у меня есть. У меня их немного, ну, вы знаете почему, я только недавно сказал. Вот. Самые прикольные, как по мне, скины вообще вот на пулемет — это Ярость. Потому что, как по мне, этот скин очень прикольный. Вот, ну и все, типа.
А, также хотел еще отметить последнюю пушку, наверное, на сегодня. Это петух. У петуха очень красивые скины. Я, конечно, пока эту пушку не купил, но, может, в дальнейшем куплю. Самые прикольные скины — это осьминог. Это очень прикольный скин, он мне очень нравится. И еще мой самый-пресамый любимый скин — это кибер. Не знаю почему, скин прост, простой, но он, не знаю, ну, прикольный. Вот. Ну, это были все скины на сегодня. Ну, а вы не забудьте, как говорится, поставить лайк, подписку, чтобы не пропускать больше хорошего контента, и колокольчик. Ну, а с вами был Бородвасар, всем удачи, всем пока.